Grazie per destruirmi, stai a uscire di me. Холода мы чаще едим тяжелую пищу, а ведь она может вызывать дискомфорт. В такую погоду хочется сидеть дома и есть. Все такое вкусное, жирное, только ничего хорошего в этом нет. Один дискомфорт. Пора проснуться от зимней спячки, начать есть Активию и помогать пищеварению каждый день. Доказано, что Активия содержит бифидобактерии Acidicularis, которые в большом количестве выживают на пути к кишечнику. Другое дело, Активия. Проснись от зимней спячки. Да, все начинается с молока. Вот что происходит с мышцами в животе при острой или ноющей боли, вызванной спазмами. В отличие от препаратов маскирующих,